Казахстане 160 тысяч семейных пар не могут иметь детей. Такую тревожную статистику назвали врачи. По словам специалистов, причиной все чаще становится мужское бесплодие. Как с этим борются во всем мире и что предлагают отечественные урологи, выяснял Ардак Камал. В 45% случаев причина бездетности пар – мужское здоровье. Приводят к этому экология, образ жизни, питание и другие факторы. О проблеме бесплодия мужчины не хотят говорить и не торопятся идти к врачам. Ну а поздняя диагностика только ухудшает ситуацию, предупреждают специалисты. Обязательно осмотр врачей, начиная с детского возраста. А потом уже обязательно консультация. Единственное здесь условие – не надо стесняться. Сегодня такое заболевание, как бесплодный брак, подается 100% лечению. Еще одна причина бесплодия в том, что молодые семьи оттягивают время и не торопятся стать родителями. Хотят сначала встать на ноги, приобрести квартиру и улучшить условия. Но каждая секунда на счету, ведь потом здоровье ухудшается. Как мотивировать молодежь? Об этом думают во многих странах мира. Проблема поздних браков актуальна в Европе. Как видим, она есть и в Казахстане. Государству нужно подходить комплексно, создавать условия для молодых семей и проводить исследования, чтобы возраст вступления в брак дальше не продолжил расти. Врачи называют бесплодным брак, где в течение года не появились дети. И говорят, что будущее такой семьи в равной степени зависит и от мужчины, и от женщины. Время здесь бесценный фактор. Поэтому специалисты советуют обращаться к врачам еще на стадии планирования семьи. Ардак Камал, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.